Всем привет, дорогие друзья! С вами Кувайт 2015. И сегодня мы находимся у трех дубов. Конечно, мы находимся на одном только из них. А дальше, чтобы пойти, нам нужна экипировка. Но у нас ее, как видимо, нет. Тут очень опасно. Низкие склоны. Если вы помните, как нас зовут. Если вы не помните, как нас зовут, смотрите предыдущее видео. И смотрите на нашем канале. Вот такие тут склоны. Длинные. А вот там дальше посадка из берёзки. Вот природа Кувая, смотрите. Смотрите, как открывается Кувай, наша деревня Кувай во всей черте. Вот наша деревня. О, длинная-длинная. Побольше яков сделать. Вот там мы ходим за воробьёк. Побольше. Мы вам покажем в следующем видео, какой у нас родник. А сейчас мы идем к первому дубу. Первому могучему дубу. Да. Он, как вам сказать, не самый старый, а не самый молодой. Вот он. Тут обитают змеи и шершни. Так что долго мы на нем не задержимся. Да. Пойдем ко второму дубу. Так, тут пройдем. Да. Вот такой вот тут дуб. Это опасно, конечно. Потому что орехи. Если бы ты, да. Вот если бы ты его же шершни, если заедят, так, ничего не останется. Слева от нас второй могучий дуб. Вот этот уже самый молодой. Ну, как вы поняли, третий самый старый. Это второй. А, нет, наоборот, вот этот самый старый дуб. Вот этот вот. А вон тот самый молодой. О, смотри, гусеницы наклеили. Пошли дальше. Смотри, какой там склон. Он какой. Вот и он. Скажи склон. Муравейники. Ну, спасибо за просмотр. С вами был Кувай 2015. Всем удачи и всем пока.